звонили журналисты и меня спрашивали, а вы, Юрий Федорович, не боитесь, что вы обосрали нашего президента? Но если бы не он, ты пропал бы. Ничего себе, не в обиду, но он пижонистый. Он обиделся за то, что я рассказал то, что получилось. Ахметов мне предложил, чтобы я пришел, возглавил команду «Шахтер». Да я завтра буду рвать и метать, буду землю там кусать и все такое. Он: «О, такой ты мне нужен, вот такой ты мне нужен». Ой, страшный человек. Если он выпьет, он обязательно должен найти себе на кого жертву. Почему я их ненавидел? Они меня во время игры называли фашист. А почему я злой такой был? А я был злой. Я их похоронил всех. Мы были венграми. Я язык... Вы и остались венграми? Нет, после Орбана нет. Путин зашел в раздевалку. Ух, нихера. Зашел в раздевалку, поздоровались. Он тоже пил. Он даже с игроками пил. Этот идиот, этот сукин сын, он намерен все равно взять Киев. Пил. Каждый день пил, пил. Женщина какая-то была в возрасте. Ну, она, конечно, хотела, секса хотела. Отдохнул. Часик где-то будет. Опять, значит, за одну минуту. Коньяка такой, что... Коньяка, да? После того, когда нашли тромб в мышцах, мне запретили. Страшные люди, страшные. Но есть футболисты деревянные. Это как раз к Милевскому и к Алиеву. Алиеву. Они еще в молодежке были. Не знаю, кто прислал этих чертей. Неужели они такие тупые, что не лезут? Конечно. Они как-то прятались, но их находили. Они делали невозможное. Ночью пили. Йожеф Сабо родился 29 февраля 1940 года в Ужгороде. Легендарный футболист и тренер. Четырехкратный чемпион Советского Союза, двукратный обладатель Кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, обладатель бронзовой медали чемпионата мира 1966 года в Англии, финалист Кубка Кубков УЕФА. Дважды возглавлял сборную Украины, пять раз – Киевское «Динамо». Под руководством Сабо киевские «Динамовцы» дважды стали чемпионами Украины и дважды завоевали Кубок страны. Йожеф Йожефович, добрый день. Добрый день. 100 лет я тебя не видел. Ну, не могу дозвониться. Слушай, я говорю, это я. Я хочу с ним его поздравить. Ушел в подполье. Да. Русские. Не, так страшно становится. Русские нависают. Ну, страшно. Что, прочитаешь и начинаешь волноваться. Ничего. Я еще у Бориса спросил, а у него охрана есть? Ну, нам нужна охрана. Потому что эти сволочи, они разнеслись по всему миру, их полно. Их много, да. Их же много, ужас один. Как мы жили, я не знаю. Когда на верхушке все были россияне. Да. Да? Все. Да. Это надо спросить у бывших наших президентов, что как же так получилось? Вы мне объясните. Я об этом говорю. Вы отдали все, или продали все. И танки, и все оружие, и все. А мы чем остались? С голой жопой. Ну, спасибо большому нашему народу, что они такие. Потому что они были под Киевом, сволочи. И Западу спасибо. Мы сейчас поговорим обо всем. Йожеф, вот вы скажите, я на вас смотрю, вам 84 года, 85. Было. Да, а сейчас 85. Пятый. Как вы так выглядите? Как выглядите? Вы законсервировались. Ну, начнем с того, что я не пью, не курю. Так. В жизни. У меня было 5 братьев, и они меня муштровали. Отца не было, потому что ты же знаешь, что он попал в плен после войны, потому что мы были венграми. Вы остались венграми? Да. Нет. Нет, после Орбана нет. Я нагадил ему и все, давал интервью, и они мне звонили такой, с Будапешта, да, звонили журналисты, и мне спрашивали, а вы, Юрий Федорович, не боитесь, что вы обосрали нашего президента? Я сказал, а чего мне переживать? Мне столько лет я уже прожил. Пусть чего? Он переживает. Ну что венгерский народ, что не может стать, что ли? Вот говнюк, да? Орбан этот.
Так он, потому что его... Под русскими. Ну, конечно. Нет, но это раньше. Я думаю, что и этот Фицо, да. и он, они просто да, получали да. какие-то... Да, немножко получали. Вот так. Ёж-ёж, ну и как вы так законсервировались? Вы про братьев начали рассказывать, что... Ну, у меня был отца, не был отец. После войны попал, значит, его забрали. Россия ж забрала куда-то его. Не могу сказать, ну, далеко. И он вернулся и в 47-м году только. И выйдем. И он в 51-м умер. Ну, были братья, которые держали меня... Да. Иначе бы я, наверное, это самое, не стал бы тем, кем я стал. Значит, не курить, не пить, никаких там баловство и все. Если чуть что давали, если я мимо школы, они тут же меня за уши и водили там и все. Это была дисциплина, которая передавалась и мне, потому что я очень дисциплинированный человек. Да. Вот надо было подъехать на такое время. Я сказал, что я должен быть. Ну, просто сейчас такая ситуация, что негде поставить машину. Вообще негде. Война войной, а машину поставить негде. Ой, Дима, это страшно. Страшно? Это страшно. Мы живем в Киеве, я людям объясняю, слушайте, ну, это натуральная война. Люди погибают. Знаешь, что мне страшно? Я плачу очень часто. Когда вижу, что детей убивают или увозят, и все. И самое главное, мне один человек сказал, ты знаешь, Ёжик, что Путин издал указ про женщин, что женщины в России должны побольше родить детей. Мясо. Он говорит, что я говорю, ну так рожают. Нет. Он уже думает, лет через 15-20 да. это войска будут новые. Конечно. Ничего себе, я так задумался. Но это я не знаю, кто может только придумать такое. Мы сейчас поговорим о войне, чтобы закончить разговор о вашей прекрасной форме. Понятно, что не пили, не курили никогда. Но ну все и так, равно... ну зарядки делаю до сих пор, делаю зарядки, все. Но вы недавно три раза в неделю по 5 километров бегали. Бегал, но после того, когда нашли тромб в мышцах, мне запретили нагрузки. Тромб прямо нашли? Ну, конечно, тромб. Я не хочу раздеться, у меня же нога перевязана бинтом, а снизу до верху. И пью таблетку на разжижение. Вот. Мне сказали, что ты народился снова. Это недавно они, было? Ну, полгода. Угу. Они сказали, врачи сказали, вы Ёжев Ёжефович, родились. Ну, тромб под коленом был, говорит, как этот тромб остановился, не знаем, не бывает такое. Так что живем. Машину сами водите до сих пор? Сам, да, ну, я не часто выезжаю, потому что некуда выезжать. Раз, значит, и в Киеве уже столько приехало. Я понимаю, люди прячутся, да, да. люди приезжают, потому что здесь какая-то есть защита. Вот, а, ну, не выезжаю. Пройдусь, выйду там... Я живу на Кропивницкой, там выйду, там пройдусь по Крещатику с правой стороны. Я вижу там, все время подходят. Есть люди, молодые люди, которые подходят и спрашивают, давайте сфотографироваться, дайте автограф. Я спрашиваю, ребята, ну вы молодые совсем, откуда вы меня знаете? Да ничего себе. Нет, они молодцы, они говорят, Ёжа Фёдорович, дедушка нас водил на футбол. И там, говорит, болели по-настоящему. Вот так вот. Ёжа Фёдорович, вот, я не знаю, вы знаете, что такое Ютуб? Ну... Вот в Ютубе очень много же всего. И в том числе матчи с вашим участием. И я смотрю и сборная, и Динамо, да? Из сборной Союза вы со Стрельцовым там, боже, какие люди были, да? Вы смотрели, кстати, фильм «Стрельцов» художественно, нет? Нет, не смотрел.
Что нам смотреть фильмы, если мы сами все знаем, да, скажите? Не, ну он великий был футболист. Великий? Великий, да, великий. Но для меня самый великий был, это Блохин. Он игрок 20-го века вот был. Вот все-таки, да? Лучше не было. Ни Яшин, ничего, это был Блохин. Но у него все было. Скорость была, все, и передача, удар, все. Все у него было. Сейчас растет, между прочим, Динамо парень, растет. Брашко. Да. Нравится? Плоды. Ну, он здесь не засидит. Его бы обязательно купит кто-нибудь. Я думал... У него все есть футбольное. Я думал, вы скажете, лучше не Блохин, а Леоненко, нет? Нет, нет, нет. Ну, Леоненко тоже это был большой футболист. Я как раз недавно давал интервью, меня спрашивали разницу, какую. А, между Милевским и Леоненко. Да нет, ну куда, ну не годится. Леоненко, если бы его не характер, если бы он это пиво не пил. Просрал все, да? И притом он, ну как бы, это не в обиду, но он пижонистый. Угу. А пижоны никогда не становятся так футболистами. Он много, он игры мог выиграть, и все у него было. Скорость была, остановка, удар, видел поле там и все. А кто лучше все-таки, Блохин или Шевченко? А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. А кто лучше все-таки, Блохин или Шевченко? Нет, ну, разные вещи. Ну, на выбор. Вот Блохин, Шевченко, выбирайте. Я бы их сравнил бы все-таки. Я бы их сравнил, потому что Шева тоже. Ну, если я начну его хвалить, сказать, вот ты его там вырастил и все такое. Ну, вы его спасли просто. Я его спас. Вы его видимо, не просто вырастили. Видимо, он обиделся за то, что я рассказал то, что получилось. Поэтому мы, ну, не созваниваемся. А что получилось, Ёжик? Ну, то, что ты говоришь сам, что он рассказал, да? Когда я рассказал вам то, что было, как я спасал. Между прочим, при жизни его отец, это я знаю точно, мне сказал близкий человек Шевченко, что отец сказал ему, Андрей, ты должен Ёжа Фёдоровича при жизни поставить памятник. Но если бы не он, ты пропал бы. И не... Андрей, вот Ёжа Фёдорович, он жив, пора ставить памятник. Не надо. Пока это самое, дай немножко пожить. Не, вам надо жить и жить. Я хочу дожить до конца войны, пока мы эту грязь не выбросим, не выгоним к чертовой матери. Ну сколько же их может быть? Ну сколько? Ёжа Фёдорович, а вот скажите, вы же играли за сборную Союза, вы с ними общались, вы в Москве играли за московское «Динамо», после доигрывали уже, после «Динамо», «Зари». Они вас боготворили, они вас на руках носили. Вы с ними знакомы, хорошо были со многими. Вы дома у многих бывали. Они всегда такие были? Не, ну отношения были нормальные. Между футболистами были нормальные отношения, все, не было никаких... Ну вот никто не говорил, ты там с Украины, ты там то, ты там это. Когда я играл в «Динамо», в Киев, почему я их ненавидел? Они меня во время игры называли фашист. Да ладно? Ну как, так было? Русские? Да. Ну, мы играли против, почему против «Спартака». Я теперь понял, почему они пошли на нас войной, освобождать от фашизма, от вас. Они говорили «фашист». Ладно, если бы говорили «хуцул» там и все такое. Ужас. А то говорили «ты фашист». На полном серьезе? На
А почему я злой такой был? А я был злой. Вы злой были, да. Я да, был да, злой, да, так да. что это самое... Так, ну, и самое главное, когда началась война, я с несколькими футболистами с Москвы, не буду фамилии, нет-нет, перезванивали. Известные футболисты? Да, за сборную играли там и все. После этого все, одному я перезвонил, он мне: «Ёжик, извини, пожалуйста, ну, я не могу говорить там и все так». Боятся. Боятся. То есть, кроме того, что фашистом называли, такого вы не замечали ничего? Нет, нет, нет. У меня там был тот же Сёмин, был это самое, Юрка. Хороший парень такой там. Хороший, и все, да. Он когда здесь тренировал, тоже мы встречались с ним, так и все такое. Ну, Сочи сейчас, ну... Ну, война разделила. Разделила. Но дело в том, что, ну, не дай бог, я... своих внуков, и все, и говорю, и буду, пока я жить, говорю, с русскими никаких переговоров, там, никаких, их надо к чертовой матери все выгонять надо, если не убивать, выгнать, и запретить с ними иметь какие-то торговые, какие-то дела. Потому что наша есть... которые все равно будут с ними работать, деньги да, зарабатывать да, и да. все такое. А вы верили, Ёжик Ёжич, что война может начаться вот такая полномасштабная? Нет, нет, никогда. Я не думал, я еще раз повторю, я никогда не думал, сейчас не думал о том, что, а как же мы жили? Когда на верхушке, сейчас-то понятно, да? На верхушке все были, занимали посты, руководящие посты. Они все были россияне. Конечно, конечно. Как же мы... Или агенты, и или россияне. И да. до сих пор. Да, да, да. И до сих пор каждый день читаешь, того поймали, того миллиардер. Боже, как хорошо, что вы это понимаете. Мало кто это понимал. Я кричал об этом 10 лет, что агенты ФСБ и КГБ захватили власть. Люди боятся в России, люди боятся. Этот КГБшник, я знаю, что такое КГБ, потому что в свое время, когда я играл за сборную СССР, мы выезжали много, и вы, с нами ездили два КГБшника. Обязательно. Да. Замначальника делегации, все такое. Прилетели в гостиницы, собрали. Значит, по одному не ходить. Только вдвоем, втроем туда нельзя, покупать это нельзя, возить с собой ничего нельзя. То есть они вот так вот. Я теперь начал вспоминать, как же это самое, как же вы. Вот такие вот были, это КГБ, который не я, им не нужен. Ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, никто. Система. Абсолютно. Для них убить человека, это ничего не стоит. Ёжик Ёжич, вы Путина видели когда-нибудь? Да. Расскажите. До смеха доходит, потому что когда мы играли в Москве со сборной, ты помнишь, 1-1. Шевченко когда? Когда Шевченко забил такой. И Путин зашел в раздевалку. Ух, нихера. Зашел в раздевалку, поздоровались. Вот я помыл руки несколько тысяч раз. Так было такое. Да, и он пришел и говорил, да, игра была хорошо. Жаль, конечно, что мы не выиграли, но ничья, там дружба такое и все. Было? Страшный человек. Мерзкое какое-то животное. Страшное. Так самое главное, Дима, не то, что он один. Да. Там кругу, это все КГБшники да, бывшие. Да, да, да. да. Это когда говорят, вот он умрет, и все, ничего не будет. Умрет один, станет другой. Такой же, такой же. Страшные люди, страшные. Когда закончится война, это КГБ, надо вообще уничтожить такое. Потому что это не люди. Я вспомнил сейчас друга его, Медведчука, который... ну, в свое время много сделал, кстати, для «Динамо». Да. Но негодяй первостатейный просто. Медведчук был спонсором. Ну, никто не знал. Я, например, вообще не знал, что вот он такой. Да. Что продал все и как там. Но рожа противная какая, да? Ну, так и еще бы. Так самое главное, что
Его наказали, его посадили, а теперь он там опять шикует. Да, конечно. Опять шикует. Конечно. Но это неправильно. Не, ну хорошо, хоть на него выменяли азовцев, героев наших. Слава богу, забрали ребят. Так это мало. 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 До сих пор сколько наших молодых ребят, сколько погибает и сколько они там их, бля, заставляют их. Да вообще я даже не знаю, как человек с Украины, и ему говорят, на тебе оружие, иди против своих. Да, да, да. Да нет, мне кажется, что лучше все равно умереть. Какая разница где? За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вы первый день войны помните? Здесь? Да. В Киеве? Нет. А, я был первой войны, я бы... Вот полномасштабного вторжения первый день. Я понимаю, 24 да, февраля. 20, да, февраля. Ну, вы в Киеве были? В Киеве, я все время в Киеве. Это, я там выезжал в Закарпатье и все, но это не мое. Я все время здесь. Ну и вот первый день войны. Как вы узнали, что началось все? Ну как? Так, когда началось, сразу было по телевидению, то самое было и все. И были готовы люди. У меня там были ребята знакомые, которые брали оружие и пошли это сам защищать Киев. Они потом мне рассказывали, что если бы не мы, то... Россия пришел бы, Путин пришел бы на Крещатик. Какая вообще, смотрите, какая красота, да, я уже говорил, весна, Киев, какая красота. И как они хотели нас этого лишить? Ой, Дима, дай Боже, я не знаю, потому что мне нельзя. Мне сын говорит, не читай новости. Я тебя прошу, не читай новости. Но он в Америке, вот, и жена там в Америке. У дочки там и малой, это, ну, я у них спрашиваю, ну что там такое творится? Народ там не за Трампа. Они говорят, народ нет, это аферист натуральный. Ну ваш сын, я знаю, Украине помогает очень сильно, да? Он все время здесь бывает, там он бывает. Военной программой какой-то да, занимается, да? Да, да, да. За него он мне не говорит, и я не спрашиваю, что, чего, как. Ну, спасибо вот, абсолютно, ему. Абсолютно, да. Он молодец, он молодец. Когда он ездил в передний край, и не один раз. Я ему сказал, Юрочка, ну зачем тебе, ну куда ты лезешь? И все. Папа, у меня есть работа. И все. Йожи Федорович, когда вы идете вот таким весенним Киевом прекрасным, о чем вы думаете? Пожить подальше, побольше. Хотелось бы еще пожить. Вот. Ну, не дает эта война, не дает на нервах. Я иногда плохо сплю, очень плохо сплю, потому что хочу, не хочу. Включил телевизор. Ну дай что-то новости посмотреть, что там. Ничего там. Вот мы идем по историческому центру, это все улицы ваших воспоминаний. О чем вы вспоминаете? Вот всегда у вас такая потрясающая жизнь за плечами, такие победы, такое счастье, такая любовь. Я помню, когда меня привезли в Киев. Я помню. Привезли. Сколько лет вам было? 19 где-то? 18. 18. Язык не знал. Ладно. Знал плохо. Да? Ну а как же? Ну я венгр натурально, школу заканчивал. По-мадьярски говорили только, да?
Здравствуйте, конечно. Так. Конечно. Вот. И тяжело было. Тяжело было. Куда вас поселили? На базу. На Нивках еще? На Нивках база. Турянчик и я в одном. Да. Я это даже не номером назову. Один шкаф и два, это самое, сетчатые, как это называете, лишь. Кровати, да? Кровати, ага. Сетчатые. Да, да, железная сетка. И все. Да. И все. И там нас кормили в столовой, еще тетя Оля, ага. Вот, которой нету. Да, 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 да. Бабушка и все. Оля. Да. Там тренировки, игры. Все, больше ничего. Киев понравился вам, когда приехали? Ну, как сказать так. Пока не познакомился, потом как прочитал, что исторический такой город там и все. Конечно, сейчас я считаю, что Киев – это один из самых красивых городов вообще и лучше. И, между прочим, есть люди очень хорошие, а есть люди плохие. Плохие люди. Я недавно в мегамаркете тоже, значит, поставил машину, все нормально, там и все. И не могу залезть. Рядом это, я ушел, и когда пришел пакет, я не могу залезть. Как с одной, так и с другой стороны поставили. Ну, не могу, хоть не знаю, что. Идет женщина с мужиком там, и все. Я кажу, ну, хлопцы, ну, ради бога. Ну, невже ж не можно было чуть левіше поставить машину, чуть-чуть. И что ты думаешь? Це натурально російське, ну, російської мови. Так это вас надо наказывать. Посмотрите, как вы поставили эту машину там. Боже ты мой. Я кажу, дякую вам дуже. И пишу, все. Вы первый матч за «Динамо» помните? Помню, когда Тоттенхэм. Ничего себе. Ну, в Киеве был. Ничего себе. Первый матч и Тоттенхэм первый сразу. Первый матч Тоттенхэм мы проиграли 2-1 в Киеве. Ну, это как чемпион Англии тогда, угу. В то время было там. Вот. Так что это было крещение. 59-й где-то я год, помню, да? Помню, что я зашел в душ и начал, ну... Рвать? Рвать. Да вы что? Чего? Ну, набегался я как полузащитник, тогда полусредние ж были. Да. Два полусредних, да, да, туда-обратно, да. Туда-обратно. Так сейчас, ну... Играют и крайние сегодня, какие ребята, которые... У меня, между прочим, никто не пишет о этом самом, как его, Олег Лужин. Угу. Да он в свое время эту работу все время делал. И защищался, и атаковал. И сделал эти передачи там, и все такое. Но это он лось был. Такой здоровый. Ну, так он же та, играл. А так. Демьяненко как? Или Демьяненко, да, ну, слушай, да. Я прочитал, что «Динамо», на стадионе «Динамо» Демьяненко не пустили. Не-не, в Дом футбола. Дом футбола. А, Дом футбола. Дом футбола, да-да, Дом футбола. Ну, как же так? Да, ну, он такой игрок. Вообще. Не, никак, ну, так же нельзя. Я понимаю, дисциплина, есть дисциплина какая-то, и все, но, наверное, таких людей надо пускать. И начали рвать, да? Начал рвать, и это самое, ко мне подошел Юра Войнов, по плечу так похлопал. Мальчик, будешь играть. Это были его слова были. Я всю жизнь запомнил это Юру. Ну. Футбол другой был тогда, вот, ну, если другой. Сравнивать с нынешним? Ну что сейчас? Сейчас не хочется, в принципе, много критиковать. Потому что лучшие уехали, а те, которые сейчас, это молодежь, которых еще не воспитали, которым не дали хорошую футбольную школу, это говорится одно. А мировой футбол, вот именно мировой футбол, сравнить тех лет и этих, вот не, в чем изменился? Мировой футбол изменился, в чем? Все дело, потому что в скорости, владение мячом. Вы играли медленнее. Мы играли. Была, не было командной скорости. Угу. Это уже привил уже Лобановский командную скорость. Угу. А сейчас скоростные такие ребята с мячом и все. Но их воспитали. С мячом они, как не знаю, как свое, как магнит. Вот, допустим, Мудрика,
не научили вести, у него сумасшедшая скорость, да. Но не научили вести этот мяч как магнитом. Рывок сделал, остановился в другую сторону, остановился туда-сюда. То есть разболтать этих защит. Нет, вот он, его научили бросать, когда есть пространство. Да, он хорош. А он пришел в Англию, а там страховка идет. И двойная страховка, и все. И он ничего не может сделать. Вы много футбола сегодня смотрите? По Мегого. Много, да? Я хочу тебе сказать, что не правы те, которые занимаются. Вот УПЛ, канал УПЛ, у меня его нет. Я уже позвонил, мне дали телефон, там все куда... Они мне говорят, извините, на Кропивницком не завели кабель, и мы не можем вам сделать телевизор. Ну как же так? Ну как? Вы мне объясните. Чемпионату я не могу смотреть. Мегого смотрю все время. А из тех, вот, кого вы видите, из футболистов, кто вам нравится? Кто просто, ну, супермастер? Нет, ну, я это имеется в виду... Мировые. Нет, ну, я люблю смотреть Манчестер Сити. Угу. Так как они работают с мячом, это вообще... Ну, я не... Циркачи. Вообще, очень здорово. И хорошая команда. И тренер у них, который играл за Барселону. Вот. Ну, вот это я смотрю... Ну, сейчас идет и контроль мяча, но не такой, что ради того, чтобы контролировать. Сейчас контроль и атака. Ты ж посмотри, что в этом, в Англии, любой это самый чемпионате, западный, там, Немецкий, Германии, там, угу. Англии, Италия, Франции, там игроки один в один обыгрывают. Да. У нас не обыгрывает никто сегодня. Я специально одному человеку, давай смотри, и потом позвони мне. Кто у нас один в один? Никто. За счет только вот этих там передач еще. Ошибок, мать моя. Столько ошибок, кошмар один. Ну. Вы в 61-м году в составе «Динамо». Первый раз и вы, и первый раз «Динамо» Киев выиграла золото чемпионата Советского Союза. Ну, из этой команды остались только вы и Биба, да? Да. Все? Да, все. Ну, я, это, ну, Мунтян, ну, он помоложе. Но он еще он не был чемпионом. Нет, да. Ну, двое? Двое с Андреем. Притом я Андрея давно не видел. Как-то еще. А сейчас не видел. Я спросил, как он. Говорит, все нормально там. Угу. Он вроде бы. Ну, я не видел. Но самая сильная команда, конечно, в которой вы играли, это была команда Маслова, да? Была хорошая команда. Профессионалы были там. Беда у нас. Вот мы говорили о Леоненко. Беда. Но он же мог стать великим футболистом. Великим прямо? Да. Но у него все было. Он же был похож, малой такой вот, это самое, сборной Германии, нападающий. Мюллер. Герт, да. Герт Мюллер. Он такой же, вот. Да. Ногой все. И забивал, но, из любых вообще. Да. Леоненко то же самое было. Но у него тоже скорость взрывной такой был, и все. Но... Вот, допустим, Милевский, Алиев там и все... Но они пропили свою. Ну, никто не виноват. Ну, я понимаю, Милевский сейчас хочет играть. Ну, уже, во-первых, возраст. Так. Но он никогда не был скоростным. Он за счет того, ну, что он перекрывал. Да, и мяч держал вот так только, и все. А этот же выигрывал игры. Так он нам выиграл, когда мы с московским «Спартаком» дома играли. 94-й год, 3-2. Да. Да. Жалко, иногда бывает, а сколько таких хороших футболистов, которые пропадали именно за счет пьянки. Ну, пили. У вас сильно тогда пили в команде Маслова? Было, были у меня. Почему у меня с Маслом тоже не стыковалось? Нет? Нет, мы когда расстались, я когда ушел, потому что, ну, он тоже пил. Он даже с игроками пил. Некоторыми.
я не буду называть, но было 3-4 человека, которые пили. Ну, Серебренников мне сам рассказывал, что он с ним пил. Да не, ну, Серебро вообще там, это не только он. И там было еще футболисты, которые это самое... Был. Как же играли? Ну, вот так играли. Ну, как, забирали. Были. Дело в том, что забирали на сборы за 3 суток. Закрывали. И все, и они. Но не делали невозможной. Ночью пили. Ну, если днем не дают, ну, правильно? Ну, вот. Ну, и здоровые были. Здоровые. Да. Здоровье было другое, потому что носились и все. Ну и футбол другой, давай будем говорить. Как бы мы ни хотели. Сегодня не выдержали бы так, да? Может быть, не выдержали бы, да. Ну, сегодня скоростной футбол страшный. И отбор идет везде. Идут эти подкаты, которые я не очень люблю. Идут подкаты, вот, ну, попробуй, сзади отбивают и пятки, и все, что да хочешь. Да все отбивают. И судьи по-другому стали судить, если ты заметил. Дают играть. Особенно английский чемпионат. Да, да. Но он самый честный, правда, английский чемпионат? Ну, так, да. Ну, вот сейчас вот, конечно, вот Лига чемпионов, там судьи сделали ошибку, конечно, страшно. То, что все с Реалом, да? То, что немцы забили в конце. Забили, там не было вне игры, ну, так как показали повтор. Ну, говорят, что это самый боковой поднял. Но боковой – это еще и не все. Есть еще главный. Бывает, ошибок много бывает. Ёж, вы тогда вот в этой команде Маслова трижды еще стали чемпионом Союза 66-й, 67-й, 68-й. И стали бы в 69-м, если бы этот не матч, да, со Спартаком. Да. Ну, это бывает. Трагедия просто. Сейчас какая-то игра была, я не видел по Мегого. Одни штанги. Бедный тренер взялся за голову, а потом давал интервью, он говорит, такого не может быть. У вас тоже тогда такое было? Ну да, так мы со Спартаком тоже все штанги там отбили, все. Не лезет и все. Мало того, там был момент, когда кто-то, кажется, забивал, а Быш или кто там был, он выбил. То есть, ну вот такие вот вещи бывают. Фергюсон в свое время сказал, не будь великим тренером, чтоб ты не выигрывал. Если везения не будет, то ты ничего не выиграешь. Ну, везет тому, кто везет. Кто везет. Ну, вот вчера мы смотрели Лигу чемпионов. Да. Ну, куда деться? Ну, смотри. Вы же в сборной Союза 10 лет играли. Да. Много. И участвовали в чемпионате этом легендарном 66-го года в Англии, когда завоевали 4-е место, и тогда за 4-е место давали бронзовые медали. А там потому, что не должны были играть за 3-е, 4-е. Угу. Это так они уже просто придумали. У нас тоже. Ну, я-то уже, у меня был перелом уже. А вы единственный вообще игрок в Украине, имеющий медаль чемпионата мира, да? Да. Единственный, никому же нет. И сейчас я как раз борюсь... со спорткомитета, может, и ты мне поможешь, чтобы забрать эту медаль. А которую, она там? Да, я отдал эту медаль музей спорткомитета, музей, украинский музей футбола. Отдал туда, эта медаль там. Я созванивался, ездил, я видел. Но мне сказала женщина, которая директор, я не могу вам отдать, потому что это уже принадлежит государству. Но дело в том, что 5 лет тому назад в Ужгороде решали, нужно сделать музей. Выбрали меня и сделали на стадионе «Спартак», где я вырос, на стадионе «Спартак», сделали музей. И все, что у меня были медали, награждения, там правительственные, бутсы, это. Вы отдали все туда? Я отдал все туда. И не хватает вот этой медали. Господа из спорткомитета, обращаюсь к вам. Отдайте медаль Ёжифу Ёжифовичу для его музея. Будьте людьми, вы что? Да, действительно, потому что я хочу взять и отдать туда музей. Потому что туда приводят детей. Да, конечно. Детей. Ну, надо это сам. Между прочим... В Киеве
Ну, у меня гараж, я ставлю машину, все. И там приходят пацаны молоденькие такие. Я смотрю, динамовские там играют. А я у него спрашиваю одного, а ты знаешь, кто я? Он говорит, не знаю. Я говорю, а Блохина знаешь? Не знаю. Ты понимаешь? Нет, не понимаю. Значит, их не учат, что вот это было. Потом прошло 2 или 3 дня, парень пришел и говорит, дивиться фотографии, мне тренер сказал, что вы, ось вы такие. Ёжифиш, на чемпионате мира круто было тогда, вот в 66-м году? Хорошего вы же, сколько чемпионатов вы прошли мира? 2. 62-й Чили, да? 62-й Чили, и 66-й, да. Англия. Ну и плюс Олимпиада, олимпийские медали. Ну, круто было, когда вы взяли 4-е место. Конечно. Еще, это, я говорю, единственная медаль в Украине футбола, это моя медаль, которая там есть. Поэтому я хочу в музей отдать, пусть она там будет. Все, кто с вами играли, говорили мне, ну, он клятый, говорил, он клятый. Мы расслабляемся, мы хотим передохнуть. И этот прет и злой такой. Играть, и на победу играть только. И давай на ничью, нет, только на победу. Если проигрывала, не дай бог, команда, но он ходил чернее тучи, для него жизнь была потеряна. Все правильно. Тому я учил наших футболистов. Почему мы у «Спартака» выиграли тогда, если там что? Да. Думали, что я сейчас разнесу. Я пришел. 2-0 проигрывали после пирата. Спокойно все. И начал объяснять наши ошибки. А что вы сказали вот тогда? Я им сказал, мы лучшие. Мы лучше их. Им повезло. Вот сейчас надо выйти, собраться надо сейчас выйти и обыграть их. Мы это сделаем. И обыграли. Никуда не делись. То, что ты мне напомнил, было такое, мы играли опять-таки в Москве, только не помню, или со «Спартаком», или с «Торпедо». Первый тайм мы проигрывали. Мы зашли в раздевалку, все там такое, и дед там начал что-то там пускать. Я говорю, дед, подожди. Я говорю, дед, подожди. И я начал, ребята, что, ну что такое? Мы что, не можем? Приехали, чего? Да, ребята, да мы лучшие. Ну что вы это самое? Ну давайте сейчас выйдем и обыграли. Это говорит о том, характер. Характер? Да, характер. Я не любил проигрывать, но команда была хорошая. Дим, ну такая команда золотая была у нас. Мало того, что там Островский пил, Соснихин пил. А там... кто не пил? Только вы и не пили. Нет, еще. Там были ребята. Ну, Бышевец не пил наверняка. Нет. Ну, и Муня не пил. Ну, во всяком случае, уже трех насчитали, видите? Да. Такой. Не, ну, Пузач был нормальный. Вот. Ну, это было давно, Дима. Что вспоминать, Дима? Если бы не футбол, так я не был бы тем, которым я сейчас. Конечно. Когда мне предлагают там и все. В свое время в этом посольстве американском, посол тоже так болельщик был, и он говорит, что ты сидишь здесь? Уезжай, у тебя же там дети. Уезжай, я тебе работу там сделаю. Я говорю, нет, я за имя заработал здесь. Да. Да, вы легенда здесь, что вы, конечно. Хотя Каневский, видите, уехал в Америку, да? Не знаю. У каждого свое. Кто... Хороший игрок он был? Каневский? Да. Да, хороший был. На то время, ну, сейчас говорят, Ванат хороший. Но он не классный такой нападающий, по-моему. Вот. Ни Блохин, ни Онищенко. Нет. Ну, Блоха был. Не Биланов? Честно. У Биланова опять-таки была скорость. Да. Но у Блохина все было. Почему я говорю? Скорость была. Да. Нога, хоть говорили, что он левша, и забивал. И как правой, и правой там, забивал, и все такое. Да. Отбирал. Носился. Давал, и все время передачи давал. Передачи какие, давал. Да? Там все поле видел. Ну, да. У него все было. И характер был.
Почему с Лобановским все время так было у них? Сколько раз Лобановский его увольнил? Да, сколько раз? Но Лобановский молодец, он самокритичный был, он критиковал там и все такое. А потом прошло полчаса, час, он вызывал капитана команды или еще двоих. Так, я буду там критиковать на собрании, а вы возьмите его по руки. Возьмите его на поруки. Команда выступила. Да, мы берем, он виноват и все, но мы на поруки его берем. Все. И он ему нужен был Блохин. Конечно, ну конечно. Вы когда с Лобановским играли, он же игрок не выдающийся был, правда? Нет. Крепкий. Он только с мячом. Был у него партнер Тройновский. Да. Валет. Валет, да. И он это самое, он ему говорил. Как же он его называл? Ну, он его... Валя, допустим. Да. Играем свою. Что такое свою? Это только ему. Пасик щекой раз, ему и все. И он тоже вон примерно такой же был. Как же сейчас есть? Обводил такой. Да, он мог. У него было это ввести там и все. Но тренер он-то великий. А вот за счет чего он стал великим тренером? Как вам кажется? Вы же с ним много общались. Опять-таки, дисциплина сумасшедшая. Игровая дисциплина. Каждый там метр знал, что, чего на собрании всех, на тренировках объяснял. И плюс, конечно, помогли Базилевич и Петровский. Петрашевский. Нет, Петрашев, я имел легкую атлетику. А, тренер, да-да-да. Тренер, который Борзов. Да. Они сделали свой тренировочный процесс, и Базилевич предложил Лобановскому. И они начали эту работу. Конечно, многих потом Колотов при жизни говорил, боже мой, если бы не Лобановский, в смысле, я бы еще жил бы. А то работа была сумасшедшая там. У него было, у него такие нагрузки были. Подопытные кролики были, да? Да, ты правильно говоришь. Вот. Но тем не менее, извини, в то время они выигрывали все время. И кубка выиграли там, и все. Никуда не денешься. Фоменко Михаил Иванович умер недавно, да? Ой, боже мой. Жалко, правда? Жалко, ну он уже мало. 75 лет. Подожди, ему он какого, 40? 48-го. 48-го? Да, 75 лет. Я думаю, 46-го, нет? 8-го. 8-го. Ну, я его предложил же. Конечно, вы же с ним работали вместе. Да. Ну, все мы. С Лобановским вы много общались уже, когда он был тренером? Все время. Вот мне говорили, что... Он что-то тянулся к вам сильно, любил вас. Что вас связывало? Я не хочу себе медали. Вы же его даже с женой познакомили. Я его познакомил с Адочкой. Да, я его. Да. Лобановский сказал перед смертью словами последними в Запорожье. Когда это все случилось, а я до этого в Киеве. Потому что мы каждый день виделись, каждый день, и обязательно. И в этот день, когда надо лететь в Запорожье, погода такая была, все, я говорю, Васильич, ну нахрена тебе ехать, скажи мне. Это торпеда же, не Запорожье, а торпеда. Я говорю, да мы их так обыграем, там и все такое. Останься дома, там и все. Нет, я лечу, все. И когда это все случилось, в машине скорой помощи везли уже в больницу. Я был, он лежал, вот. И Чубаров, наверное, да? Нет, Чубаров с нами не ездил. И он мне говорит, лежал и говорит, Ёжев, набери мне Адочку, пожалуйста. Он говорил. Я набрал Аду и говорю, Адочка, сейчас подожди, Валера тебе будет. И Валера ей говорит, Адочка, не переживай, все нормально, сейчас завезут меня, сделают уколы, и самолет ждет, и я прилечу ночью. Все. После этого он уже не говорил. А если говорить обо мне, он сказал, спроси у Суркисова,
Он сказал, что единственный человек, кому я доверяю, это Саба. И когда я уходил со сборной, он мне говорил: «Ёжик, ну не уходи, мы с тобой столько сделали, и все нормально, все хорошо. Уйдешь ты, придет какой-то дурак, начнет это самое». Я говорю: «Валера, не могу, ну не могу, сердце там и все». Вот. А так мы виделись каждый день, чтоб ты, каждый день мы виделись. На тренировке, там все, сидели, разговаривали, двигали, это все. Фишки. И все, все это было. Это правда, что он вам перед смертью говорил, что я уже хочу уходить, я уже не могу? Да, он мне был, ну, еще где-то месяц, может быть. Он мне сказал: «Ёжов, я буду уходить». Я говорю: «Куда ты уйдешь? Ты же без футбола умрешь». «Я не могу. Я работаю с иностранцами. Они меня не понимают. Переводчик не так скажет, как я». Да, конечно. Ну и что? Что делать? Что делать? Если великий был, великий человек был там и все. Ну, я ему, между прочим, с чемпионата мира с Чили, а он же любитель был гигантских этих пластинок тогда, да, был. Я ему привез штук 5 этих пластинок, в подарок я ему принес. Вот. Так что была вот такая дружба была, понятно. Плакали вы, когда он умер? Вот ты говоришь. Это не то слово. Не то слово. Но мы же были в больнице, ты же как раз, Чубаров был, Игорь, там эти самые, мы были до утра, а он уже никакой. И хирург в этом там, в Запорожье, да, он сказал: «Ребята, ну не мучайте себя. Трое суток, если он не заговорит, значит, он умрет». А он, этот хирург, он же делает операции, он же понимал. Он опытный, да. Что такое, да. А когда он умер, ну что можно сказать? Умер такой человек там. Рано. Но он, его сгубило то, что он был в Эмиратах там. Кувейт все это, да? Кувейт, да. Ну потому что... Жара. Жара, дома сидит. Коньячок. И коньячок. Кондишн и коньячок, он набрал веса. Он сюда приехал, когда? Ведь никто же не знал, и суркисы не знали, что я с ним встретился. Потому что я, Дима, я ему рассказал, что в команде, как в команде, все. Это я ему сказал, что надо тебе взять. Я ему сказал честно: «Я не могу больше дать. Валера, я не могу больше дать. Сделайте, футболисты хорошие, сделайте, дисциплины нет». Слушайте, это же он умер 63 года, я сейчас посчитал, да? 39-го он был. Да. 63 года, вообще ужас, да? Ну, ужас. Ну, значит, Боженька так захотел и все. Но он сам себя уничтожил. Он уничтожил от того, что все ж таки он там в Кувейте или где там был, пил. Каждый день пил. Набрал. Он когда приехал, я увидел, говорю: «Ты что, умер?» Так он уже здесь похудел. Он уже похудел прилично, там и все, уже выглядел нормально. Не надо было, ну что сейчас можем говорить, что не надо было. Ну здесь лететь. Все умирало, и там все. Деньги предлагали, можно понять. И ты знаешь, как это было на стадионе «Торпедо»? Я сидел на трибуне, а там деревянная такая трибуна. Тогда ты знаешь, еще. «Торпедо»? Да. Ну, нормально было. Мы вели уже 3-0. И до конца осталось, ну, 10 или 9 минут. И вдруг навалило, ребята. Гроза, да? Не было грозы. Но такой молнии, все черное-черное. Как навалило все. Я еще так посмотрел, думаю, что это такое? Что случилось такое? И в это время он, сердце его накрылось. Дождя не было.
Это же надо так прислать вот это все. И после этого, когда все сошло, мы уже ехали в больницу, уже нормально. Великий был, великий человек. Я считаю, что второго тренера такого не знаю. Ну, он все высчитывал, все помнил, как, что, чего. Ну, он психолог был еще какой. Психолог страшный. Да. Ой, какой психолог. Он был психолог. Когда начали говорить мне, что вот вы повторяете, я говорю, ребят, да на не. Так, как говорил Ломоносовский, я не могу, не могу. Как он спокойным этим Гусиным. Угу. Помнишь, я тебе рассказывал, да? Ну, да, расскажите зрителям, да. Это же надо такое, когда мы сидим на балконе, на третьем этаже, идет тренировка. Вот, и закончилась тренировка, и он говорит, позови Пузача. Ну, я кричу, Толя, поднимись. Он поднимается, говорит, позови мне, пожалуйста, Гусина. Хорошо. Он сразу идет с ним, идет с Гусиным. Он так, вы меня вызывали? Да. Андрюшенька, и так любезно. Андрюшенька, идешь домой, значит, давай, все. Ты не готовишься на завтрашнюю игру, там, Андрей, как это так? Ну что вы, Васильевич, ну я... Все. Иди к жене, иди гладь жену, там, и все такое, там, иди. Ушел. А мне Лобановский говорит, через полчасика придет. Приходит. Еще не столько зашел. Васильевич, умоляю, да я завтра буду рвать и метать, буду землю там кусать и все такое. Он, вот такой ты мне нужен, вот такой ты мне нужен, блядь, и все. Иди готовься. Твою мать. Ну кто мог такое бы сказать? Кто? Понимаешь, очень много таких вещей, которых... Идем сюда, идем или да, обратно? Сейчас мы пройдем к парку Шевченко, да? Хорошая дорога. Ничего себе. Ну, мы легонько, тихонько пройдем. Вот сейчас перейдем. Ёжик, вы видели на стадионе «Динамо», на стадионе «Олимпийский», тогда он назывался «Республиканский», разную публику. Вот как изменилась киевская публика за эти годы? Вообще изменились болельщики. Болельщик, я только что тебе говорил о том, когда молодой человек сказал, что меня дедушка водил. Да, да. И мы болели, действительно. Семьями болели. Ходили, да? Семьями, да. Сейчас уже нет таких. Ну, нет таких. Сейчас другие болельщики. Ну, тут я не могу сразу. Ну, во-первых, ругательство. Кидают на поле все, что хочешь. Это не только у нас. Да. Но у нас сейчас нет. А так на Западе там все останавливают игры, потому что ну, невозможно проводить. Невозможно. Люди сумасшедшие какие-то там. Вы сегодня болеете за какую-то команду? Да. За кого? За «Динамо» болею. За «Динамо» продолжаете болеть? Да. Ну так там же Шавковский — это мой человек, футболист. Да. Не то. Вот интересно, мне, я не знал, мне один человек перезвонил, тот журналист, Ёжик Ёжифович. А вы знаете, что Реброва и Шевченко-то вы создавали тандем? Ну, они, конечно. Они работают ну, конечно. Вдвоем. Михаличенко Максимов говорит, да. Это тоже ваши ребята. Да, да, были. Ну, конечно. Там и все такое. Что вот они все, они вместе работают. И все. Я вообще, ты знаешь, удивлен, почему Максимова убрали с Полтавы. Давай пройдем отсюда. Возвращаясь к Шавковскому, из вратарей же обычно хороших тренеров не получается, правда? Ну, говорят, что а не он молодец, получается. Смотрите. Ну, пока. Давай будем за него болеть. И действительно, это самое. Ёжик Фёдорович, у вас были разные отношения с братьями Суркисами. Были, ну, как родственные, да? Да. Вы расходились на какое-то время, потом опять сходились. Как сейчас? Ну, дело нормально. Ну, во-первых, Игорь меня поздравил, когда мне было день рождения 29 февраля. Это раз, так?
Второе, что когда они приходили к власти, это Фоменко и Саба, которые отдали команду им. Но они спасли тогда «Динамо», я думаю, правда? Да, но мы уговорили команду, что там была эти самые задолженность по зарплате. Да, нечем было платить, да? Такое, да. Вот. Такова жизнь. Задолженность была, да? Была сильная задолженность. Вот. И мы сказали ребятам, что, ребята, значит, вот вам, если мы отдадим команду, они нам выплатят те деньги, которые должны, там и все такое. И команда приняла, и все, мы отдали. И тогда, ну, ты спросишь у этого самого, у Гриши, который сказал: «Ёжев, ты на всю жизнь нашей семьи». Я знаю это. Ёжев Ёжевич, у вас же еще прекрасные отношения с Ринатом Ахметовым. Очень хорошие. Он когда-то, а мы приезжали на игру, ну, самолетом, Суркис и там еще некоторые, и я, прилетели на игру. В Донецк? В Донецк. Ну, первая половина игры, вечером игра, первой половине он приглашает к себе, там парилочка, там бассейн и все такое. И я помню, Ахметов мне предложил в свое время, еще тогда, чтобы я пришел, возглавил команду «Шахтер». Угу. Я отказался. И это было правильно, потому что он понял, что я молодец, да, вроде бы, да? Да. Что отказался там и все. Поэтому он мне, конечно, помогал, чем мог. Ёжев Ёжевич, вот вы столько лет, столько десятилетий ощущаете вот народную любовь. Народную любовь не купишь за деньги, вообще не купишь. Это или есть, или нет. Или есть, или нет, правильно. Вот какие самые яркие такие проявления народной любви были по отношению к вам? Ну так, когда играли там, ну, прохода не очень-то дают. И уже после того, когда и тренером был, там, и сборной, и все, конечно, выйти куда-то, это, ну как, возможно, но это надо подписать, там, автограф, еще что-то подарить, там, такое все. Ну, это уважение такое вот. Ну, теперь уже такого нет. Есть только то, что я говорил насчет молодежи. Ну, вот молодые подходят, давайте фотографироваться, давайте. Вот такое вот. Мы сейчас гуляем по Киеву, по бульвару Шевченко, и проносятся мимо нас машины. Разные иномарки, красивые, мерседесы, там, ауди и так далее. В советское время какие были машины? Волга – это, ну, это вообще… Это недопустимо. Недопустимая роскошь. Жигули, запорожцы и трофейные победы. Жигули, да. И вдруг в 71-м, наверное, году, да, Ёжев Саба покупает себе «Чайку». Было такое. Чтобы наши зрители понимали, о чем я говорю, «Чайка» — это была машина для министров правительства, да. Это правительственная машина была, да. Ну, то есть, ну, это не то, что простой смертный. Никто не мог себе позволить, кроме правительства, машину «Чайка». В Киеве появилась первая «Чайка» у Ёжева Саба. Что это было? Ну, бомба была, потому что... Ну, я могу сказать, что на машине я не ездил. Ну, я уже говорил. Я купил вот у польского посла. Вот, они мне предложили, я с удовольствием согласился, там и все. И отдали чинить. Там чего-то не было, там, я не знаю, все. И
Единственный раз, который после того, когда сделали, проехали в гараж. Ну, естественно, увидели сразу и моментально постучали, куда надо, что это, что за, что это такое безобразие, там, боже мой, что приехали начальники вот эти ГАИ, там и все. Они не говорили там силой, что они говорят. Товарищ Саба. Ёжик Ёжикович, ну, пожалуйста, отдайте машину, нас уволят. И такой, как это мы зарегистрировали, там такое все. Ну, я говорю, конечно, пожалуйста. Я отдал обратно полякам, а поляки продали эту машину народной актрисе Армении. Вот это правильно. Ну, это такое, это молодость хочется. Сейчас катайся на какой машине, на любой, да. Ну, немножко дороговато. Вот. Ну, я, как молодые люди любят, ну, машины, чтобы приличные там были, там и все. Вы очень сердобольный такой человек, я знаю, и очень, когда видите очень, пожилых людей без денег, нищих, как-то у вас это все переворачивается внутри. Все время так и делаю. Приезжали ко мне там с других городов, брали вот так вот на Крещатике, а я, ну как, конечно, я меняю деньги, ну так, по двадцатке. А этих нищих-то много, да. Особенно если ты ходишь на Бессарабке, да. Вот на этой зоне с правой стороны, где скамейки можно сесть, там, да. И все, там стоят. Я каждый день хожу или каждый все обязательно даю. Но это мелочь, но я понимаю, что нужно. Сидит парень без ноги, пишет: «Хочу кушать». Ну, скажи, Дим. Да. Ну как не да, да. Вытаскивай, есть у тебя 100, я даю ему 100. Ну как? Ну потерял ногу человек на войне, там и все. Ничего не понимаю, абсолютно. Беднота, Дима, как дальше жить? Скажи мне, как дальше жить? Ну вот мы живем в Киеве, вроде, когда кто-то какой-то пример или кто-то, или это Фица, или кто-то приезжает, говорили: так я был в Киеве, вообще живут нормально, танцуют и все такое. Как же танцуют? Что это такое? Как же может человек, вот что он не понимает, что война? Вообще поразительно, Ёжи Фёрзович, как столько эпох прошли через вашу жизнь. Боже, родиться в Венгрии, да? Да. А потом все это советское время. У меня, между прочим, до сих пор есть документ, да? О том, что да, ну как давали при рождении. Ну да. Потом советское время, потом перестройка, потом после перестройки, потом вот это сейчас война страшная. Вам не кажется иногда, что это не с вами происходит? Столько увидеть разных сломов эпох. Я иногда думаю, что будет дальше. Меня интересует, а что будет дальше? Потому что пишут, что вот закончится война. Где она заканчивается? Не видно конца и края. Как же? Люди добрые, я готов все, что у меня есть, отдать этим всем бедным, которые потеряли квартиры, машины, братьев, детей и все. Их надо поднимать. А если у меня есть что кушать, значит, я должен помогать. Я обязательно. Не может быть. Я знаю, что ты сколько ты помогаешь и все. Но ты же не можешь всем помочь. Жестокое время, да? Ужасно. Это не то слово. Жестокое. Это не то слово. Какое у вас самое любимое место в Киеве? Самое любимое место – это
возле воды, возле Днепра, там, где вот это лодочные рестораны там и все такое. Это недалеко, если вниз ехать. Она как-то называлась раньше, переименовали. Я туда иногда приезжал, ставлю машину, там есть где поставить, и иду к воде, к Днепру. Вот, вот так. Вот это самое такое место, где можно действительно отдохнуть. Можно. Смотрю на этих, кто рыбу ловят, эти рыбаки там. Ну, в общем, отдыхаю. А ну, сегодня, еще раз повторяю, еще, ну, успокоиться невозможно. Ты понимаешь, я себя успокаиваю. Мне говорят, там есть и врачи, там все. Успокойте себя. Я говорю, как? Ну как? Вот я ложусь спать, и начинается вот это сам. Да, успокоиться невозможно. А как? Конечно. Ну что вы, когда стреляют? А когда бомбежки, вот когда Киев бомбят, когда тревоги, что вы ощущаете? Перейдем в этот момент. Да. Еще. Все. Вот когда бомбежка? Когда бомбежка, я уже не обращаю внимания. Ну, не обращаю внимания уже, потому что я сказал себе, если мне положено, Боженька, то так и будет. Но гремит же страшно иногда, страшно, правда? Страшно, не то слово. Первое время, когда вот эти сирены, да. Честно я тебе говорю, я на Карпиницком, там дом, там есть... стоянка внизу там и все. Вы еще выходили, то я да? и туда шел вниз, туда шел и все. А потом думаю, ну какая разница? Ну если мне положено, то я буду с тобой ходить и бабахну. Ну что, ну сейчас, конечно, в Киеве легче, потому что все-таки есть какая-то крыша. А в Харькове какой кошмар, а в Одессе? Харьков, Херсон, Одесса. Ну, это и дураку понятно, почему Харьков, почему Одесса. Конечно. Он хочет туда Конечно. Забрать вот это все. Он хочет везде, Ёжик Фюрш. Он все хочет. Всю Украину хочет. Он хотел Украину. И хочет. И думаю, думаю, хочет, конечно. Он что, не понимает, такой дурак, что ли, что невозможно все равно. Но американцы как сказали? Мы помогаем. Мы войска можем вести только тогда, если Киев пока скажет. Да. Помогите. Ну, хотеть не вредно. А, ну, может быть. Ёжик Фёдорович, вы после «Динамо», вы тут играли 11, по-моему, лет, да? Да, много. Да, вы поехали, поиграли немножко в «Заре» Ворошиловград, это Луганск да. сейчас. Подняли команду, здорово. Соблазнился на деньги. Да, много платили? Там очень прилично. Очень прилично. Там был... Первый секретарь обкома. Шевченко. Шевченко. Да. Второй был тоже болельщик сумасшедший. Они давали деньги, что, честно говоря, много. Много. Вот поэтому я... Но это фантастика. Знаете, в чем заключается? 70-71 год. Вы проиграли в «Заре». Команда пошла на подъем. Вы ушли, команда стала чемпионом Союза в 72-м. Да, тот же год, да. Да, ушли в московское «Динамо». Я закончил там. Да. Но ко мне приехал из московского Царёв. «Динамо» Царёв. Да. И еще с ним, подожди, кто же с ним приехал? Короче, приехали, уговорили. Соблазнили Бесков... на деньги. Там нет. Там как раз... там. Маленькая часть того, что было в Луганске. Ну, я поехал. Ну, сборную там, обратно там так. Тоже, тоже. Да. Витаю вас. Ну, мазаш, доброго дня. Да. Поехали в Москву. Поехал в Москву, в «Динамо». Вернули офицера. Ну, чтобы ставка была. А потом, как я уже уходил, я уже сказал Бескову, я не хочу. Надоело, надоело. А вы у Бескова играли, да? Да. А как Бесков был вообще, как тренер, как человек? Ой, страшный человек был. Серьезно? Тоже такой был. Если он выпьет, он обязательно должен найти себе на кого жертву. Обязательно. Он эту жертву уничтожал. Что ты не футболист, ты такой-сякой там и все. А он выпил? Ко мне это... Да.
Ну, вечером там у вас есть тренировки на базе. Вот, ну, а что еще делать? Да. Вот. Так что, ну, как тренер, он понимал игру, футбол понимал очень хорошо. Ну, это старая школа была. Но в Москве вас любили, правда, тогда? Ну, уважали, ну, был там. Слушайте, конечно. Я наиграл, я как раз в «Динамо» играл, кого хочешь, и полузащитника, и левого защитника, и правого, и центрального. Как мы кубков проиграли. «Глазго Рейнджерс». «Глазго Рейнджерс». Да, вы в финале нет. Играли. Но так дело в том, что мы без кого уговаривали. Аничкин, там я еще там, Маслов, вот, еще нападающий. Там Гершкович Мишка, был, Гершкович, да? Мишка, да. И все, что не став там центрального защитника, он любимчик был такой. Не надо ставить. Пусть Ёжев играет центральным, играет и все. Вы бы центрального защитника играли, да? Да. О. И это сам. Он не послушался. Первый тайм мы проигрываем, блядь, 3-0. И все три ошибки делал этот центральный защитник. Mm. Его и убирают, делают так, как мы говорили. 3-2. 3-2. Еще осталось еще где-то 12 минут. Но дело в том, что мы-то забили 2, но трибуны дважды выскакивали на стадион. То есть люди, они приехали из Глазго, приехали, вот, но они и бешеные, не давали да. играть, не давали играть. Еще за 7 минут до конца судья закончил игру, потому что вывалили. И мы писали столько там и все. Но тогда они советские. За 7 минут до конца. За 7 минут до конца. Мы. И самое главное, кубок вручали им в раздевалке. Не на стадионе. Потому что стыдно им было. Они не могли спать. Слушайте, Ёж, вы же боли не боялись, мне кажется, да? Ну, что такое боль? Слушайте, ну, вы с переломом ноги играли? Да. Ну, как что играл? Это за матч был? Как тогда играл? Это чемпионат против Германии. Чемпионат мира? Чемпионат мира против Германии. Против ФРГ, это... да? Да. Это в середине поля. Я вот так вот брал вот лежа и делают такой, вроде такой, полотно, чистый мяч. Бекенбауэр бежит и перепрыгивает меня. И как раз он попадает мне на голеностоп. Бекенбауэр сломал вам ногу? Да, но он не виноват. Но он не виноват, потому что он перескакивал. Но так получилось, и все. Что делали? Замены нет. В перерыве мне делают уколы с двух сторон. Перевязывают, и я выхожу. Там на фланг стал. Со сломанной ногой. Ну. И что, и что, ничего, и бегали еще? Ну, как бегал. Шкандыбали? Шкандыбал, да. Шкандыбал. Кошмар. Но дело в том, что где-то тоже был футболист, сломал руку, или что он играл со сломанной рукой. Столько написали, я еще сказал, как вам не стыдно? Я, блядь, с ногой, я говорю, вообще ходить не мог. А вы расписали герой. Героя там. Ну, тогда вся федерация была за Москву. Ну, конечно. Москвичи были там. Вы мне в 96-м году в знаменитом интервью, помните, которое взорвало вообще все, не помню. Сказали, что вот сегодня, 96-й год, это сколько вам было? 56 лет. Сегодня я могу попасть с 50 метров игроку в лоб. А вот до недавнего времени могли попасть в лоб? Да, или уже только рукой? Не, ну дело в том, что у меня был очень хороший удар. Я с детства вырос на этом. Штрафные ставили. У меня был тренер. Почему я сейчас рассказываю? Ну почему вот этого Мудрика не учили? Ну, детские тренеры. А меня учили, кроме того, что тренировал, он приезжали за мной, Илья на велосипед садился, ехал в Ужгород, где на «Авангард» ездил. И он меня одного тренировал. Одного? Одного. Он знал. Он, а мама моя была такая, ну, семья большая, и все. И, ну, что-то против. А он пошел к маме. Не трогайте, я вас очень прошу. Он должен вырасти в хорошего футболиста. Это тренер Золтан Дёрфи. Это
пока он был жив, я приезжал к нему. Я ему помогал, я приезжал. Понимаешь, потому что он сделал с меня футболиста, я считаю. Он такие азы мне давал, как играть головой, как грудью играть. Ведь я сейчас же посмотрю молодежь, как примет на кость, отскочит. Так отскочит. Да. Как примет, так отскакивает. А почему столько травм, почему столько свистят? Да потому что, если ты принял, он вот здесь у тебя. А если отскакивает, уже идет борьба. Ну да. Один делает подкат, второй делает подкат. И получается, что... Ну, этому надо в детстве учить, правда? Да, но я сейчас сказал недавно, что тренеры не доработали против этой. Надо обязательно учить. Это азы футбола. И потом бить по воротам надо. Лишь бы бить в небеса куда-то там бить и все такое. Как вы такую форму поддерживаете, скажите? У вас же ни одного лишнего килограмма нет. Я много футболистов вижу экстра-класса, которые уже 40 лет, извините, с вот такими пивными животами. Могу тебе сказать, я уже сказал, я заставляю себя, я не ем много. Ну, что значит не ем много? Что вы едите? Вы завтракаете и ужинаете? Я завтракаю кашу. Так. Вот. Или же йогурт. Так. Вот. И кофе с молоком. Так. Все. Все. Кушаю я часиков 4. Так. Вечером. Где-то в 4. Могу, значит, бульон так. с лапшой взять и кусок мяса. Так. И все. И вечером йогурт. И все. Все. А, ну понятно. Ну понятно. Нормально. Но, гены... но надо заставить себя. Это не про... Говорить это одно, но дело в том, что надо все ж таки заставить себя не делать это или там ничего. Но гены важны, правда? Все равно. Конечно. Ну а как иначе? Как иначе? И все. Вы и мороженое себе не позволяете? Я не помню, когда я ел последний Хотите раз. Хотите мороженое? Нет. Я, видите, ненавязчиво подошел к мороженому, думал вас угостить. Нет. Хорошо, мы сейчас на лавочку присядем, да? Йожеф Йожефович, скажите, пожалуйста, вот в вашей жизни кто самые такие люди, кого вы часто вспоминаете с благодарностью, с нежностью, вот, и так вот с пиететом большим? Ну, что сказать тебе? Если вспоминать детство, я говорю, что это мои братья. Ну, угу. это, между прочим, я их похоронил всех. В Ужгороде? В Ужгороде. И сестру похоронил, и мать там же. Все в Ужгороде. Вот. Так что для них... Это. А так, если кто у меня есть в Киеве... Ну... Поддерживаю я отношения с Борей. Угу, Воскресенским, вот. Да. Воскресенским, да. Он мне звонит, но он обидчивый. Он обиделся на меня. Присаживайтесь, Сергей. Он обиделся на меня, что я не пошел на день рождения. Я ему тогда сказал с ногой, что Боренька, я не могу. И все. И он обиделся. Потом он понял, ну не знаю, во всяком случае... Сейчас я... Круг сузился, правда? Совсем. Ну, никого. Ну, вот, допустим, там... Между прочим, тебе я не могу дозвониться. Абсолютно не могу. Йожеф Йожефович, а вы скажите, вы себе можете вот так позволить прийти в парк, Шевченко, и вот так сесть на лавочку посидеть? Могу, почему не могу? Ну, давно, могу. Давно вы так сидели? Давно. Я хожу туда, как этот парк или Примакова. Да, да, да. Бывшая Примакова, да, да, да. Сейчас другой. Я туда, потому что на машине мне туда близко, к Днепру. И там вода. Я люблю возле воды, ты знаешь, вот это вот. Люблю. Тем более сейчас было, когда паводки были, как поднялся Днепр прилично. Да. Все, я там. Там и скамеечкой могу посидеть там и все. Когда вы активно играли, когда вы были такой суперзвездой советского футбола, а какие встречи с кем из интересных людей, там, условно, от Гагарина до Высоцкого у вас были?
Да не, ну, я так не встречался с ними. Просто когда с командой. Потому что, ну, когда ты или тренируешь, или играешь, практически все время на сборах. Ты ж понимаешь, что к игре надо готовиться, потом тренировки, двухразовые тренировки, и все. Значит, ты утром в 9 часов приезжаешь, врачи тебя посмотрели, все нормально. Не так, как у Шевченко было несколько раз, когда мне врачи говорят: «Ёжев, Ёжев Павлович, давление. Мы не можем его пускать тренировать». Я говорю: «В чем дело?» «Да у него там, говорит, лет 190 на 100 с чем-то». Ого. Да, у него был такие эти самые кошмар один. Пока я не скажу. Молодцы суркисы, потому что они помогли. В смысле, я уже знал, что с ним, мне уже подсказали, какая у него там банда, там и все. И особенно женщина какая-то была в возрасте. Ну, она, конечно, хотела, секса хотела, а он же молодой мальчик там. Вот. Так что... А нельзя футболисту заниматься сексом, сколько он захочет? Нет. Я знаю о том, когда разговаривал я когда мы ездили в сборные там и все такое, что профессионалы, допустим, завтра игра, но они же на сборы не заезжают, они утром заезжают навстречу и там кормят и все такое. Так они говорили, что за день до игры они спят отдельно. Муж и жена, они спят отдельно. А как надо? Как правильно? Ну, правильно. То есть за день до игры нельзя? Ну, так, конечно. А за 2 дня можно? Я не врач, но во всяком случае... Дело в том, что это забирает. Очень много сил нужно. Вот сейчас, когда я смотрю, играет тот же Англия. Ну, они... Ты видел, как они отдаются? Сумасшествие, какие скорости, как. Уже бегут назад, уже сил нет, но он бежит. Ёжвишь, но молодой парень, как ему отказаться, и тем более жена молодая, ну как отказаться? А так? Да? Да, так, да, говорят, что и все так. Вы отказывались? Так у меня не было, что это сам. Мы все время на сборах жили. Мы все время на сборах жили. Нас забирали за 2-3 суток. Если серьезная игра, 3 суток. А так 2 суток, все на базе. Но были же специалисты, которые сбегали на ночь. Были, ну. Это как раз к Милевскому и к Алиеву. Они еще в молодежке были. Их этот нашел, Яковенко. Угу. Ну, молодец Яковенко. Он нашел их с России, сам этот с Белоруссии и все. Вот они, да, они это рассказывали. Я не знаю, рассказывали, что ночью они вставали, заказывали такси в Кончу, они там на Олимпийской базе же, и ехали гулять всю ночь, утром приезжали. Это ж какое здоровье надо иметь. Какое здоровье? Ну, а тогда они не играли в первой команде, они в молодежке были. Вот. Нагрузки, которые вот вы претерпевали, они сказываются в результате? Вот вы чувствуете сейчас? Ну, а как же? И сейчас то же самое сказывается. Ну, ты понимаешь, в чем дело, что, допустим, мы ездили в Гагры на подготовку. Ты по песку 10 километров когда-нибудь... По песку 10 километров, 5 туда, 5 обратно. Еще и в темпе, а у нас были такие, как Чигальков, покойный, и все. Они как-то прятались, но их находили. Так и Маслов хитрый был. Он же такой, а потом он выводил, говорит: ну давай, пробежись. Такой. И мы это все делали. Мы бегали, носили. Двухразовые тренировки. Обязательно двухразовые. Кроме зарядки. Утром встали в Гаграх. Там во дворе, там, значит, специально там сделали все, там занимались, зарядка там минут 30. Потом завтрак, теория. После теории сразу автобус и везли в этот самый, возле Гагры. Пицунда, Гонтиади? Там, да, Гонтиади. Угу. На тренировку. Оттренировались прилично, мокрые все. Обратно, пока доедешь, там такая дорога была, вот, обратно. Душ принял, покушал,
отдохнул, часик где-то спал. Все, будет опять, значит, разбирали там игру, там тактика, там все такое. И поездка на опять на тренировку. Это уже вечером чистая тренировка уже была, игровая. С мячом. Там, с мячом и все. И это все время, кто выпадал, кто мог, кто не мог. А кто самый здоровый у вас был в команде? Ну, когда я играл, или кого, у меня был в команде Лужный, коняка такой, что... Коняка, да? Да, ну, еще раз говорю, я вспоминаю, сейчас говорят, вот он пробежал. Так как он носился по флангу, так всем еще надо смотреть. Вот. Так что были... У меня были хорошие футболисты. У меня команда хорошая была. Когда все ж таки привезли Максимова. Так они все звезды в результате стали. Какие. Они уже, да. Но у меня средняя... А вся средняя линия сейчас тренеры. Я всегда говорил, самый главный тренер средняя линия. Ты надо уметь отобрать, надо уметь видеть, надо уметь отдать, надо уметь забить. Все надо уметь. А что самое главное вот в футболе? Вот для футболиста, что самое главное? Ну, самое главное – это техника. Как ты работаешь с мячом. Кроме этого, когда... Лобановский бы есть... сказал скорость, наверное, нет? Нет. Не? Не, он тоже любил. Но дело в том, что... Ну, есть футболисты деревянные. Ну, я, например, ну, одному тренеру недавно сказал, мне тебя жаль. Ты работаешь с инвалидами. Понимаешь, когда посмотришь, сколько они делают ошибок, когда нужно, идет, работа идет, отобрали мяч, подключается, надо делать передачу, надо, во-первых, видеть, делать передачу. Он уже набирает скорость. Что он делает? Он ему дает назад. Все. Вся атака закончилась. Конечно. Нет этой атаки. И так очень и в середине поля там, и все такое. У меня был с одним футболистом, не буду называть. Я к нему приставал. Ну, неужели, ну, что такое? Ну, неужели ты не видишь игрока? Ну, вон, он у тебя стоит. Ну, неужели ты не видишь? Он потом мне сказал, Ёжев Ёжевович, ну, не издевайтесь вы над собой. Ну, если бы я его видел, а играл бы в Реал Мадрид. После этого я перестал к нему это сам. Ну, честно зато. Да, честно. И так много очень, когда... Это же непросто. И сейчас, когда смотрите футбол, внимательно, как они его, этот мяч останавливают. Ну, как? Как они делают это теперь? Сколько брака, боже мой, сколько брака. Месси... Лучший футболист всех времен и народов или нет? Пеле. Вы же играли с Пеле, да? Да, против Пеле играл дважды. Пеле. Великий был футболист. Очень великий. Да, Месси великий, там еще Марадона. Кто-то. Марадона. Пеле, да. Круче Месси. Это сумасшедший футболист был. Все умел делать. И скорость была, и все. И кошка, да, такая была? Да ну что, и бежал. И, ну все, природа ему все дала. Вы с ним... А бразилец, ну а с мячом он, я не знаю, на носу носил и как. Вы с ним часто противодействовали в матче? Нет, дважды. Мы дважды играли. Ну, два матча, а во время матча часто у вас были? Ну да, я играл против него, мы играли в Буэнос-Айресе, кажется, 2-2 сыграли. Mm-hmm. Вот он когда забил, ну мы сыграли 2-2, там... Кажется, кто-то сам себе забил. Вы не додумались поменяться с ним футболками? И мы этого не делали. Нас не учили. Но опять-таки мы возвращаемся. Это же КГБ был. По магазинам не ходить, это не делать, это то, что... $100 не вези, потому что все, или заберут, или что на таможне. Ну, ты понимаешь это мне или нет? Мне рассказывали наши ребята, что были такие способные, типа Гуцаева. Гуцаев мог с собой $10,000 провести. Может быть, не боялись. Может быть, не боялись. Но, во всяком, не разрешали. Что покупать?
что ты будешь покупать. Ну, цензура была такая. А где вы первый раз за границей оказались, вы помните? Ой, нет, не помню. Не помню, за границей. Ну вот для вас, советского мальчика, за граница, что это было? Не знаю, потрясение? Мне предлагали в Германии, это был 60-й год. Мы поехали на товарищескую игру, на игру Мюнхен 1860. И там был венгерский вратарь, который играл за сборную Венгрии, и в 56-м году они разъехались, и он оказался там. И мы выиграли там 3-0 или 4-1, что-то так, такое. А раздевалки были так, две раздевалки и душевая общая. Так. И он подошел ко мне и говорит, что... По-венгерски. По-венгерски, да. Что его хотят купить, меня. Угу. Что руководство сказало, что он подошел. Я сказал, извини, не надо, я тебя очень прошу, не надо. Нет у вас еще таких денег. Нет, так нет. Я боялся другой. Ну, конечно. Не дай бог, у меня братья в Ужгороде еще и сестра, и все. Да сразу их... А в Шотландии мы были, в Селтике мы играли. Там это самое, Воронин и я. И к нам подошли, и прямо с гостиницы, давайте мы вас заберем, сейчас и все такое. Я, вы что, ребята, вы думаете немножко, что вы делаете? А если бы братья, сестра, никого не было в Ужгороде, и вы один? Ну, я не думал об этом, честно. Вот я сейчас можно решать, а что делать, куда, допустим. Сейчас наши, еще не вылупился, а уже мечтает за границей. Ну, там зарплаты сумасшедшие, да, действительно, там и все. Но они не все годятся. Мы же видим, что наши футболисты, не будем называть, те, которые были и там, и там, и там, в Англии, и в Германии были, еще где-то были, не подошли. Да. Не подошли. Что-то в менталитете не работает, да? Ну, во-первых, нападающий привык забивать, напевать, и все. А там везде нужно отрабатывать. Да. Отрабатывать нужно. А не иначе. Сейчас нет другого футбола. Вы знаете, я ловлю себя на мысли. Вот мы сидим в парке Шевченко в центре Киева. В этом парке меня мама маленького возила в коляске. И вот памятник Шевченко, видите, весь забит, замаскирован, понятно, чтобы ничего не попало. Вроде и зелень, да, и так красиво. Ну, волшебно просто. И понимаешь, все равно война, и гибнут каждый день ребята наши. И что будет дальше, непонятно. Вот о тебе я когда шли, отец спросил, а что дальше? Мы-то вроде в Киеве, да? Мы вроде в Киеве, ну как? Ну только слышим, там где-то взрыв, где-то там чего-то сбили, там падают эти, там что-то такое там и все. Ну Киев защищен. Ну а как дальше, если этот идиот, этот сукин сын, он намерен все равно взять Киев? Вот скажи мне, вот я, ты больше в политике, я не политик, и все. Но у него намерение, что взять Киев. Мать городов русских. Дырка в голове. Дырка в голове. Так что же делать с ним, чтобы он... Там у него еще окружение какое. Еще у них праздники какие-то там и все остальное. Там у него, Ёжи Фёдорович, народ какой. Он же его поддерживает. Они же хотят взять Киев все вместе. Там мало кто простой против. Народ нет. Простой я не верю в это. Они все боятся. Но я тебе рассказал, как я звонил футболистам. Все. Они боятся. Что-то потому, что телефон прослушивается, что-то Ник так скажет. Вот интересно, вот что сейчас думает Сёмин, да, Юрий Павлович, который и работал здесь, и столько друзей у него здесь. Да ничего не думает. Живет себе на даче, на базе там. На даче живет. Но сердце не обливается кровью у него, как вы думаете? Не знаю. Не знаю. Да.
нормальный человек это пережить, я еще раз говорю, что ну невозможно. Вот мне говорят, ну не переживай, не это, сам, а я не могу спать. Особенно вечером, а у меня еще окно приходит туда, к зданию, где правительство, окно там, и все, я открытый, там форточка или окно, когда как. И слышу сирену. И у меня мысль. А вдруг сюда попадет? Как ты думаешь? А я говорю, да, будет как будет. И это при том, что вы такой суеверный человек. И я обратил внимание, как вы проходили мимо Владимирского собора, да, как вы крестик поцеловали. Так это всю жизнь. Всю жизнь. И в церковь хожу, и Боженька молю, и все. Ну, не знаю, кто прислал этих чертей. Не знаю. Я знаю, что когда вы играли за Ветеранова, вы были капитаном команды ветеранов Киевского «Динамо» долгие годы. У вас однажды на одном из стадионов, где вы играли с какой-то командой, потерялся крестик. Упал, да, в борьбе видно. И жизнь закончилась, да, вы искали его. Искали все. Ночью, да, там уже да, в темноте. С лампочкой, все. Перерыли весь стадион, нашли, да? Нашли, да. Это этот крестик? Да. Так при том этот крестик, вы не можете, у меня же была «Волга», и вот эти клики, или как он называется, сзади крюки, да, вот такой задний. Да, да. Как? Я даже не знаю, каким образом. Нет, потерял, все, ну нету. Я вышел с машины, ну, как всегда, там и все. Поставил машину, пошел домой, и все. И думаю, как раз жене говорю, ну, где мог потерять, где? Выхожу в гараж, открываю гараж, а машина как раз задом. И оп, этот крестик висит на этом самом. Ты понимаешь, нет, не что представляю такое? Даже. Фантастик. Фантастик. Это даже не фантастик, это Боженька прислал. Вот тебе на. Сколько лет этому крестику? Да много. Это бабушка еще носила. Это бабушкин? Да. Я дома народился. Дома. У меня, да, бабушка была, которая принимала меня. Вот. И тогда положи, когда уже малыша моют там. Да. Набросали туда монеты разные. Да. Там, да, все такое, сахар, соль там, и все такое набросали, да. И помыли там, и все. Бабушка мне рассказывала. А бабушка потом... Это 50-е годы уже, 52-й или 53-й год. У них это был мой отец, это баба от меня. А у них еще это самый был мужчина, то есть брат и сестра в Братиславе. И они уехали в Братиславу. И самое главное, что меня они забирали. Потому что, когда я в школу ходил, я недалеко к бабушке, раз пришел к бабушке, там сад, черешня, я лазил по черешне, там, и все такое. Она там накормит, там, даст на мороженое, там, и все. Они меня забирали. Вас много, вон сколько вас там, и все. Как моя мама не пустила. Плакала так. Ну, судьба. Судьба, конечно. Конечно. Это судьба. Вы до сих пор боитесь в самолетах летать? Да. Ба, да, да. Ну, ты хочешь, дважды падал, ну его. Это кошмар. Как это было, дважды падали? Так как это было? Мы летели из Молдавии на... с Кишинева летели. Это какой самолет там? Ан? Ан такой, двухкрылый. Или кукурузник. Сзади, сзади колесико вот это... Как это самолет называется? Ан-2, наверное. Да. Мы летели и попали в такую... Это команда летела, да? Команда, да. Мы там выиграли и летели. Ёлки-палки. Я что делал? Значит, не только я. Кто в туалет прятался, кто что. И
А сумки были не в багажнике, а сзади. Так я на сумки прыгнул, там и все такое. И он как пошел вниз, ну все. И он, оказывается, сел не на дорожку в аэропорту, а на этот самый... На траву? На траву сел, да. На траву сел. Так что, падал прямо? Прямо, да. А второй раз? А второй раз был в Ереване. А, сборная, когда играла? Да? Нет. Динамо? Это не сборная, Динамо. Это была жизнь за одну минуту. Вышел на это самое, на что уже на полосу, и тогда дает этот самый тушка, угу. Тушка, и дает, ну, показать, и оно, как оно, и вот все, он вот все, сейчас взлетит, вот, вот. И как дал такой взрыв сзади. Сзади такой взрыв был, разорвал там левую сторону, там и все. И мы не полетели, слава богу, остались живы, вся команда «Динамо». Когда это было, давно? Да ну, когда был еще Ереван. Арарат? Арарат, да. Я не помню, какой год давно был. Так что... А такие мелкие случаи, между прочим, Игорь Сурпис как раз сказал, мы где-то были в каком-то аэропорту за границей. Мы ехали или на совещании были, что? Сели в самолет, этим и самолет как-то с дорожки съехал и в этот самый, в траву туда и засел. Он, Игорь, вышел, ну тебя, я с тобой больше не полечу. Ну, боюсь, боюсь самолетов, боюсь. Я сейчас уже не хотел бы летать. Да, сейчас и некуда. Сейчас и некуда, да. Ну, поживем, увидим, Дима. Ну, не может такого быть. Не может такого быть, чтобы они нас переиграли. Почему так? Я не политик, это ты больше знаешь. Я тебе как раз звонил, что такое, как, что прочитал, все, за тобой охота. Ничего. Все равно не бывает такого, чтобы зло победило, правда? Не бывает. Ну, мы говорим, мы молимся, не бывает. А... Бывает так, что ничего не поможет. Ну, не может столько быть умирать, как эти самые. Да, у нас очень много молодежи и все. Но там же их очень много. Это сколько посчитали там, что столько-то тысяч там и все такое. Вот. А сколько убитых, сколько раненых, сколько инвалидов и все такое. Кого он собирает? Кого? Азия, Африка и оттуда, потому что деньги дают? Конечно. Так это мясо. Конечно. Неужели они такие тупые, что не лезут? Конечно. Конечно, тупые, да. Не знаю. Вы знаете, Ёжик Ёжич, я хочу вам сказать большое спасибо за вашу потрясающую игру, которая радовала миллионы людей. За вашу потрясающую тренерскую работу, которая опять-таки радовала миллионы людей, только уже в другое время. За то, что вы такой цельный, с характером, такой классный, настоящий человек. Вот я сижу, кайфую, знаете, вот я кайфую, честно. От общения, от всего. Но я вам еще хочу сказать спасибо за то, что когда мне было 18 лет, я только делал первые шаги в журналистике. А вы тогда были руководителем спорткомплекса «Треста Стройдеталь». Как да. У меня память? Да, прекрасная. На Жулянах? Да. А я был студентом Киевского инженерно-строительного института и писал уже в газету «Вечерний Киев» и в другие. Я очень хотел сделать с вами интервью, а вы были великие, великие, вы были там.
Вы мне не отказали, я приехал к вам, сделал с вами интервью. Вы были такой вежливый, такой какой-то доброжелательный, такой искренний. Спасибо вам за это. Да, это спасибо не забывается. Тебе, то, что ты не вспоминаешь обо мне. Вот время-то бежит, никуда мы не денемся от этого. Вот. Мне хочется еще пожить, мне хочется увидеть нашу победу. Обязательно. Конечно, мы этих людей не вернем. Самое страшное то, что эти сволочи украли и крадут наших детей. Вот я гуляю по Крещатику, вот с той стороны, где пешеходный там и все. Ну, надо пройтись там и все. И я смотрю приезжающих в Киев молодых людей, там а-ля-лякает и все. А малой побежал впереди уже где-то 100 метров. Я останавливаю и говорю: послушайте, в нашем государстве идет война. Вы своего ребенка отвернулись, и сейчас его затянут куда-то в машину, увезут куда-то. Неужели не понимаете, что нельзя пускать малых, за ручку надо держать? Да. Ни в коем случае, потому что они крадут детей. Ему нужно, оказывается, через 20 лет, чтобы они выросли, что они опять напали. Да. Если напали, если американцы и Европа не понимают полностью, что их надо уничтожать или не убивать, но сделать так, забрать у них все оружие, чтобы они никогда и нефть, не шли в войну. И нефть заодно, чтобы у них денег не было. Вы знаете, все равно, я верю, мы победим, и все будет хорошо. Да, но если они останутся, они через какое-то время станут на ноги. Станут обязательно, они пойдут, они иначе жить не могут. А надо им перебить ноги, чтобы не на что было вставать. Как? Что-то мы не можем. У меня такое впечатление, что Запад просто с нами играется. Чуть-чуть дали... И остальные чуть-чуть дали, и все. Я тоже. Для того, чтобы только защищать. Как это понимать, что они меня убивают, а я не могу туда бросить ракету? Там. Как это понимать? Я лично это не понимаю. Значит, получается, тебя бьют с одной стороны, я должен поставить другую сторону и другую сторону. Что дальше? Вы так на поле не играли. Нет, нет. Я стоял за себя и за других. И за друзей стояли, да. К сожалению, так. Йожи Фёдорович, мы не можем закончить на плохой ноте. Скажите что-то хорошее. А что я могу сказать? Я могу только сказать, что я живу для того, чтобы мое государство, чтобы мы дожили до победы. Обязательно вот. До победы. Иначе и быть не может. Как бы я не волновался, не переживал и все, все равно у меня где-то, что мы все равно победим. Потому что мы такие, мы такие. Вы умели проигрывать? Нет. Нет, да. Никогда? Нет, нет. Да. Ну все. Вот, вот и финал. Самое главное, да, самое главное, вот, это верить. И я, честно говоря, мне очень жаль вот этих молодых людей, которые сидят в окопах. Да. И я не понимаю тех людей, которые удрали за границу и, ну, не знаю, может, я не прав. Может, я не прав, и все. Но есть люди, ну, они... вы здесь родились. Значит, что-то надо защищать. А для чего тогда жить? Вот скажите мне, для чего жить? Должна быть какая-то цель, верить во что-то. А иначе не надо жить. Зачем? Просто существовать? Это не годится. Это не годится. Спасибо вам. Спасибо.